Всем привет! Если вы попали на этот ролик, вам реально повезло, потому что прямо сейчас я именно тебе расскажу, как выиграть абсолютно все матчи вот здесь. Вот выбрали вы VS-атаку, равную игру. Не страшно, расскажу вам, как побеждать здесь абсолютно всегда. Пока об этом способе не узнали многие, думаю, реально его можно использовать. Так что обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Всем заранее большое спасибо за поддержку. Ваши подписки очень мотивируют делать что-то интересное и познавательное специально для вас. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ну и мы, конечно же, можем начинать. Перед началом только вам напомню, что если вы хотите купить абонементы, либо FIFA Points, то выгоднее всего это делать у меня. Ссылочки находятся в описании под этим роликом. Там есть ВК, либо Telegram. Пиши, куда тебе удобнее и покупай все, что хочешь. Например, вот этот вот набор, который сейчас пользуется большим спросом, поскольку тут есть карточки у ТОЦ в возможных наградах, либо звездный абонемент, либо любое другое предложение, ты можешь покупать у меня выгодно и безопасно. Куда писать, ты, конечно же, знаешь. Ну и, конечно же, для начала, думаю, стоит рассказать, как у нас делается подбор наших соперников. Соперники подбираются по такому принципу, что у нас первые 5 матчей рейтинг ниже нашего. Следующие 5 матчей примерно мы играем против такого же рейтинга, как и у нас. И последние 5 матчей рейтинг у нас повышается. Конечно же, это у нас не делается все прям так сразу. Но тем не менее, первый матч вы, например, играете против рейтинга минус 5. Второй матч против минус 4, грубо говоря. Конечно, соперники могут плюс-минус меняться, но главную суть вы уловили, что в начале соперники легкие, в конце соперники более сложные. Соперники подбираются именно по общему рейтингу вашей команды. Например, у меня сейчас 112 рейтинг. Расскажу, как я его сделал, не меняя свой состав. И 976 тысяч фанатов, немного послился в VS-атаке, но я играю против соперников, у которых 300 тысяч кубков, так что от кубков у нас тут ничего не зависит, но от рейтинга состава все у нас зависит. Просто накидайте себе заменок, сделайте себе рейтинг 100, там может 120, 112, главное не переборщить. И все, вы, не теряя в общем своего состава, сможете играть против людей, у которых составы будут слабее, потому что поймите, если человек только начал играть, у него, например, 112 рейтинг, то у него будет, конечно, состав состоять из непрокачанных игроков, например, сотого рейтинга. И, конечно, у меня шансов будет намного больше, банально из-за того, что у меня характеристика игроков лучше, они быстрее, ловче, бьют куда сильнее, так что просто у меня игроки лучше. И, конечно же, шансов победить у меня намного больше, чем у какого-то новичка. К тому же, если у вас рейтинг будет состава ниже, то больше шансов, что вы попадете против новичка, который играет только недавно. Это тоже здорово повышает ваши шансы на победу. Так что банально этим способом вы можете себе сделать 15 побед, как уже многие люди себе сделали. Некоторые скажут, что в последних матчах будет сложно, но, конечно, сложно будет, если рейтинг соперника выше, например, на 3. Но, если вы себе собрали такой состав, то банально, ваши футболисты будут сильнее, быстрее футболистов соперника, и реально можно рассчитывать на победу, если у вас, ну, вот такие вот характеристики у игроков, а у вашего соперника характеристики по 100, по 120. Конечно, у вас уже шансы какие-то появляются. Этот способ вы можете использовать в равной игре. Просто накидайте себе на замену максимально плохих игроков. Оставьте себе 3 слота под замену, а на остальные 4 накидайте максимально плохих игроков. Вы себе понизите рейтинг вашего состава, и вы будете играть против более слабых составов в равной игре. Это реально очень сильно рабочий метод. Многие люди его используют, и еще никого он не подвел. Не говорю, что вы будете всегда побеждать, но, впрочем-то, вы поняли, что шансы ваши поднимаются в несколько раз. Те, кто скажут, что зачем ты этот способ разглашаешь, да и так уже все скоро станет ясно. Реально используйте его в этом турнире, а в следующем турнире его уже будут использовать абсолютно все. Так что бегом использовать, пока это, так скажем, не узнали абсолютно все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.